Привет, друзья! Сегодня у нас очень трогательная история из сети. Животные иногда проявляют большую человечность, чем сам человек. Не зря собак называют лучшим другом человека. Но не только эти животные могут проявить сострадание и даже самопожертвование. Зачастую кошек считают очень самовлюбленными существами, которые думают только о себе. Но есть множество доказательств того, что это не так. Наша история именно об этом. О том, как кошка не только показала свою человечность, а даже, не раздумывая, пожертвовала собой. Этот случай произошел в Красноярске. Рано утром 23 декабря в одном из жилых домов начался пожар в подвале, и совсем скоро в квартиру на первом этаже хлынул огонь и едкий дым. В это время в квартире спал пенсионер. Он жил один, ну как один, с кошкой по имени Дуся. Кошка очень быстро учуяла угрозу и жуткий запах и стала будить своего хозяина. Дедушка открыл глаза и только за пару секунд понял, что приключилась беда. Ему было нужно быстро встать, взять необходимые вещи и уходить из квартиры, но было одно «но» – он очень медленно передвигался после перенесенного инсульта. Через пару минут вся квартира была в дыму и нужно было срочно уходить. Дедушка так и не смог отыскать свою Дусю, дым окутал абсолютно все. Еще через пару минут на место прибыли пожарные. Они вывели всех на улицу и назад в дом никого не пускали, люди больше часа простояли на морозе. Когда дедушка наконец-то вернулся в свою квартиру, было слишком поздно, его Дуся умерла. Он остался без верного и любимого друга. По словам дедушки, кошка была единственным его родным человеком. Больше у него никого нет. Но он благодарен судьбе, что именно Мурлыка оказалась с ним рядом в такую страшную минуту. Из-за чего произошел пожар, установить спасателям не удалось, а обыкновенная черная кошка спасла жизнь человеку. Очень жаль, что ценой собственной. Этот случай в сотый раз доказывает, что мы недооцениваем наших домашних питомцев и иногда даже не подозреваем, как сильно любят своих хозяев четырехлапые друзья. Иногда они готовы отдать за них жизнь, на такое не каждый человек решится. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.